Юрий Поляков вновь акцентирует внимание заместителей на обращение анапчан. Люди жалуются, доступной среды нет там, где она должна быть в первую очередь. Рабочие уже взялись за реконструкцию. Главное – подойти с умом. Градусов 30-25 должно быть. Лучше удлинить чуть дальше его, а этот пандус, чтобы спокойный заезд был. И думать о том, как поставить перила здесь. И вот здесь, Анжела Анатольевна. Значит, надо обратить внимание. Обратить внимание. Вот этот съезд. Кто-нибудь сможет здесь спуститься? Нет, мы его тоже убираем. Его надо убирать и делать сбоку перила. Сделать сбоку и перила ставить. Здесь то же самое. Перила должны быть. Там. Все это надо привести в соответствие. То есть вытягивать чуть дальше, а площадочка метровая еще там вытянули. То есть его надо или поднимать, Анжел, или вытягивать. Здесь площадочка. И обязательно перила ставить. На пути к театральной площади Юрий Федорович делает ряд замечаний по освещению и состоянию плитки на центральных аллеях. Вот этот проход, вот он отсюда кается. Вот смотрите, вот выемка. Это не наш. Я же их спросил. Вы говорите, от Праги. Ну, от Праги по диагонали идешь. Нет, я все поняла, идешь, я Роману сюда. Скажу. Значит, Рому вызывайте, вот это все надо подправить. Она вся такая, вся окривая. К рождественской ярмарке площадь заиграет яркими огнями. Конструкцию для праздничной иллюминации сейчас готовят. Это будет светящийся 6-метровый коридор. Значит, если мы ставим здесь, сделаем, тогда обратить внимание на тех, кто будет здесь работать, чтобы вот эти домики были украшены от и до. Осветить по-новому планируют и центральную улицу курорта. Часть декораций протестировали в начале Крымской. Но главу Анапы такой их вид не устроил. Юрий Федорович поручил вернуть светодиодные конструкции на доработку. Подрядчикам предстоит в короткие сроки увеличить число светящихся элементов. К новогодним праздникам Анапа должна сверкать и радовать своих жителей и гостей. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа регион.